Уважаемые инвесторы, 12 января 2024 года на экране инвестиционный инструмент Паллади Металл, тикер XPD на дневном фрейме. Давайте я по данному активу, к сожалению, прогноза еще не было, я не успеваю прям тоже следить за каждым активом, но решил вот тоже сделать. Так, вот от этого времени, от этого отрезка у нас получается дивергенция. Вот, а это значит то, что цена должна обязана пойти вверх. Вот, теперь, что мы имеем? Я имею, то есть я себе здесь обозначил вот такое сопротивление месячное на отметке 1800-1900. Далее у меня, значит, вот такое сопротивление на отметке 1300. Так, далее здесь вот у меня имеется сопротивление, ну, в которое играет роль. Здесь вот имеется такая поддержка сейчас на данный момент, которую цена тестит. И не исключаю еще вот одной поддержки на уровне 700, ну, 730 приблизительно. Так, значит, ну, как я предполагаю вообще движение цены? Движение цены я предполагаю следующим образом. То есть, в принципе, если у нас дивергенции, можно исходить прямо из того, что все, поехали вверх, то, в принципе, можно сказать, давайте еще такую маленькую раз загугленькую, и в принципе, да, можно сказать, там уже все, и да, поехали, значит, вот вверх, так, тестируем, вот, формируется какой-то паттерн, допустим, разворотный на продолжение тренда, вот, допустим, там уходим куда-то вверх, далее, значит, здесь тоже формируется какой-то паттерн, допустим. С большой вероятностью, я, ну, больше чем уверен, то есть сначала прогуляется цена еще раз вот вниз, ну, потому что, ну, имеет право, конечно, пойти в рост, но в принципе, то есть это как бы по добру, по здоровому, да, как говорится, вот. И далее, в принципе, уже можно и садить с того, что цена пробьет и пойдет вверх. Так, это вот такой первый сценарий, да? Кто в первый раз смотрит мои прогнозы, вот, обязательно пересмотрите там обучающие такие короткие видеоролики, чтобы вообще было понятно, как я, ну, как вообще понимать мои прогнозы. Далее. Здесь либо, конечно, здесь так, ну, формируется паттерн, значит, продолжение тренда, и действительно там цена указывает на какой-то рост, и там, и все, и поехали, да, например. То есть, и отсюда может, конечно, цена глобально. Вот, то есть глобально вообще сейчас вот на какое-то время, на приблизительно даже, давайте возьмем просто отрезок времени, 255 дней, ну, год, давайте вот год скажем, да, то есть получается, я думаю, что в течение года все равно рост какой-то будет по-любому. Далее, что еще может произойти? Такой вариант тоже нужно учитывать, что цена вот сюда завалит, да, всех резко, ну, такой будет, как называется, ложный пробой. Если кто не знает, что такое ложный пробой, посмотрите тоже короткие видеоролики обучающие, там я объясняю, что такое ложный пробой, коротко и понятно. Так, значит, такой нам тоже нужно вариант обязательно учитывать, вот. Либо обязательно и такой нужно, то есть смотрите, то есть цена, что обычно, как цена поступает, цена обычно, ну, рынок, цель в чем? Цель рынка в том, чтобы вас оставить без денег, а не наоборот, не то, что дать вам заработать денег, а оставить вас без денег, поэтому нужно просто проходить различные кучу, сотни, там, десятки разных вариантов и понимать, что цена может выстрелить, допустим, сюда сейчас, да, вот, все, даже залезет сюда,
Вот. И здесь уже все подумают, о-ля-ля, цена полетела вверх, все, забегаем, ребята. Вот. А она возьмет резко, допустим, там, всех опрокинет сюда, вот. Развернется и уже пойдет туда, куда она и должна была пойти. Вот. Ну, грубо скажем, да, то есть не прямо вот такой сценарий, но чтобы понимали, да, что цена вполне имеет право там пойти сейчас на рост, вот, все начнут забегать, вот, тут, я не знаю, в лонг будут входить, да, вот, и все, и возьмут, кинут сюда цену, все эти стопы соберут у всех, лонгистов всех выкинут. Все, кто в лонг встали, они испугаются, потому что здесь коррекция может быть существенной такой. Сейчас сколько? А, что-то она мне мешает. Здесь коррекция может быть такой существенной. 24, 25, 30% нужно учитывать, что цена свободно может просто всех взять и опрокинуть. Вот. Поэтому вот этот момент не нужно бояться. Вообще не нужно его бояться, его просто можно все это дело докупить тут немножечко, вот. Ну, те, кто инвестирует, я бы сказал бы так, те, кто инвестирует в Палладий там на долгий срок, то вот этого момента я бы не боялся бы лично вообще, то есть я бы спокойно бы этот докупил бы, вот. Ну, даже если возьмем вот прям возьмем какой-то предел и скажем, вот сюда цена улетит, да, на 600, ну, это маловероятно. То есть здесь нужно еще все-таки вот понаблюдать. Я бы сейчас вот, если бы я начинал бы входить в позицию в долгую, а я бы покупал бы частями, допустим, 100, 100, 100, 100, или там 100, 100, 100, пошла резко вверх, ну, значит, надо приостановиться, потому что при резком росте обычно и опять еще раз коррекция какая-то кидает цену. Поэтому пошла она резко вверх, ну, я бы подождал, допустим, вот, чик-чик-чик-чик, тут бы подкупил бы еще, вот. Но это как делаю я. Я никому ничего не навязываю, ради бога, никого ни к чему не призываю, поэтому не нужно думать, что я там кого-то сейчас призываю к покупке. Сами решайте, сами смотрите. Я делаю прогнозы по-своему, то есть у меня все прекрасно сбывается. Ничего не этот, как некоторые пишут там, почему ты фундаментал не читаешь, почему ты то не читаешь, вот, мне новости не нужны, я вижу, что цены формируют новости, и по ходу вот этих всех событий, все новости, которые вот вы видите, это все это формируется по подвижению. Так, дальше, в общем, значит, что у нас... Так, ну, здесь в любом случае, да, и такие сценарии там нужно учитывать, что ладно, она там прям побежала куда-то вверх, в течение года она прям вот выросла, в течение полугода, да, здесь она там сформирует какую-то 100% разворотную модель, тогда цену кинет в любом случае куда-нибудь, ну, то есть вот это, ну, скорее всего, опять сюда ее, там, или сюда куда-нибудь цену кинет, да. То есть это тоже нужно учитывать, вот такие моменты. Вот. Так, что еще у нас получается? Так, не, давайте я это оставлю, но я этот вариант сделаю еще светлее, чтобы вообще был такой довольно такой самый маловероятный. Вот. По Палладию у нас, значит, на месячном, а давайте посмотрим, куда, да, он будет расти, куда, всем интересно же, куда будет расти. Так вот, сейчас я вам скажу, куда он будет расти, где его будет следующий рост. Так, и у нас получается, значит, так, у нас получается вот, ну вот здесь будет получается так. Куда?
Так, вот один сделаем такой и так, вот такой сделаем и вот такой сделаем. О, красиво, вообще четко. Так, огонь. Все сходится. Так, смотрите. Так, все прям сходится. Сейчас двигать нельзя. Вот так. Ну-ка, недельный. Так, вот так. Все правильно. Так. Да, вот здесь у нас следующая остановка, вот здесь у нас следующая остановка, то есть получается от этого уровня цена все равно должна будет прийти в отметку 1350, далее 1604, сюда она вернется, если значит она может вот сюда отвалиться в зону 1045. Вот, и уже если отсюда вот сейчас прям так пофантазировать и уже предполагать, она сюда выросла, допустим. И да, вот следующая ее дальнейшая остановка, это вот приблизительно, вот как я и сказал, вот здесь, то есть 1864, там 1900, то есть тут уже нужно опять уже, вообще уже вот здесь нужно будет делать новый прогноз, то есть нового движения вам уже понятно приблизительно, то есть в долгую я актив вижу вообще в прекрасной форме. Вот. Когда я его покупал вот здесь где-то, я не помню, сейчас скажу где. Где-то вот здесь я его покупал. 20. Да, где-то в начале этого 22-го, что ли, я его покупал, или где-то в марте. Ну, в общем, я его где-то на хаях покупал. То есть тогда, не, я где-то вот здесь даже его покупал. Да. Вот, тогда я тоже прогнозы не умел делать, вообще ничего не умел, даже не понимал вообще, куда движется цена и куда она будет двигаться, поэтому было смертельно. Но тогда я немного, так сказать, проинвестировал в данный актив. А, в общем, на этом все. Глобально вижу рост. Всем спасибо. Уважаемые инвесторы, данный прогноз является авторским, а также стопроцентно независимым и не спонсируется компанией, которую я прогнозирую. Канал не предлагает абсолютных решений, а мои прогнозы это всего лишь возможные сценарии, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к покупке и продаже актива. Если вам нравится формат моих видеопрогнозов, а также вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на мой канал. Также вы можете подписаться на телеграм-канал, в котором я публикую то, что не публикую на YouTube-канале. Каждому лайку или комментарию буду очень признателен. Всем больших профитов и до новых встреч!